прудик. Сегодня покажу немножко нимфей. Вот здесь вот эти две розовые. Это называется Голландия. Вот у меня больше 10 сортов. Это пока самый ароматный сорт. Растет. Ну, думаю, для них лучше в среднем глубина метр где-то. Тогда будет крупнее цветов. Сейчас вот. Вот здесь вот эти вот самые две яркие. Это майла. Очень яркий цветок. Ближе никак не могу. Вода немножко прохладная. Лезть не хочется. Но попозже обещаю показать все близко. Тоже глубина где-то в среднем должна быть метр ей. Вот здесь у нас аттракцион. Это одна из простых цветков. Глубина от 50 сантиметров идет. И чем глубже, тем крупнее цветок. А это вот у нас две принцесски. Вот. Цветок такой, вот видите, какой темный. Ну, на самом деле он еще темнее. Просто солнце. Ну, у них глубина тоже в среднем метр. Глубина, если будет меньше, будет маленький цветок совсем. Ну, вот такая красивая. Это у нас альба. Это тоже самая простая. Растет на глубине 50 сантиметров. Без проблем. Но тоже, чем глубже, тем крупнее цветок. У нас еще тут аттракцион цветет. Мы залезем сюда. По бортику. Ой. Чтобы само не свалиться еще. А, тут у нас лягушки загорают. Он. Так, это у нас вот, дотянусь, вот, это у нас Колорадо. Очень такой цвет, такой розово-оранжево-персиковый. Он тоже любит как бы глубину. Тоже цветок крупнее, чем глубже. Ну, тут вот Голландия, может, отсюда поближе. Вот, и еще вот у нас есть... Побежали все. Вот Корнея, вот тоже вот она. На глубине вот такой вот огромный цветок. Такой нежно-розовый. Ну, может расти на 50 сантиметрах тоже, но будет цветок мельче намного. Там еще цветет желтенькая маленькая детка. Ну, это... Будут когда цвести еще другие, тогда еще покажу новые сорта. И будет теплее, покажу тогда ближе. Ну, пока вот так. Лягушек море. Ну и цветков пока немало. Вот пока так.